Вот в кране воды практически нету. А это только начало сезона у нас. Село растет, и вместе с ним растет и потребление коммунальных услуг, говорит житель Барановки Виктор Гаспарян. Сейчас здесь живет больше 2500 человек, и воды на всех не хватает. Приходится экономить и даже возить на машинах из города. А воды нужно немало. В засушливое лето сады и огороды нуждаются в обильном поливе. То есть и засуха была, и это, конечно, влияет. И на подующие многое сидят. Но глава города обещал, в этом году проблем с водой не будет. И мы видим, что воду тянут, уже больше половины линий протянуто. С годами эта проблема накапливалась, нарастала, и мы подошли к тому моменту, когда жизненно необходимо стало, конечно, увеличивать существующую сеть водоснабжения. Благодаря поручению главы города, помощи депутатского корпуса, водоканал пошел навстречу. За счет своих собственных средств сейчас строит вторую ветку для увеличения подачи воды, чтобы в летнее время наши жители не имели проблем с водоснабжением. 2700 метров нового водовода диаметром 250 миллиметров строители прокладывают по улице Высокогорной. Работы ведутся круглосуточно бестраншейным методом, то есть коммуникации прокладывают с помощью специальных машин под землей. За 3 дня горизонтального бурения специалистам водоканала уже удалось протянуть 400 метров труб. Сегодня схема водоснабжения предусматривает подачу воды в село Барановка по водоводу диаметром 100. И по ходу движения воды идет постоянный разбор воды. Соответственно, до села Барановка доходит минимальное количество. Мы строим транзитный трубопровод, по которому будет вода подаваться на барановские резервуары. А по старому трубопроводу диаметром 100 вода будет поступать существующим абонентам. Воды хватит всем. Работы не мешают движению транспорта. Строители ведут ветку водовода ниже существующих инженерных сетей. Изначально объект планировали сдать 2 этапа, но в водоканале решили увеличить темпы работ. И поэтому обещают, что новый водовод заработает уже к середине лета. А это значит, о проблемах с водой жители Барановки забудут навсегда. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.